Так, кто нам сегодня приехал? Это тоже из вселенной Гарри Поттера. Вообще очень много фигурок из Гарри Поттера, потому что много фильмов разных частей. Из «Властелин колец» тоже много разных фигурок. Здесь вот именно Поттер. Что здесь у нас? Кто это у нас такой? Это у нас, походу, профессор Снэп. Он такой злой, злится, как там на уроке или еще что-то. Такие глаза сделаны в виде каких-то звездочек. Так, с обратной стороны здесь вот такое недоумение. Что это такое? Поэтому такой профессор. Черные руки, полностью черные. В черной-черной комнате, в черными руками. Профессор. Ну, все думали, что он на темной стороне. Так, палочка. Значит, так, сейчас соберем, посмотрим. Руки ставятся легко. Так, вариант какой первый? Значит, сейчас одеваем вот так вот волосы. Вот такой получается Северус с палочкой. Либо второй вариант. Вот такой вот. Наверное, лучше такой. Здесь как-то нейтрально, удивляется. И плюс вот ставим ему палочку. Посмотрим. Наверное, так оставим. Бывает, иногда туго одеваются волосы, поэтому я сильно стараюсь не одевать. Здесь он какой-то прям совсем злой. Вот. Просто сильно, когда оденешь, потом сложно голову вытащить, поэтому пока оставлю вот так. Потом, если что, можно будет поменять. Вот таким он будет.